все то, что оговорено в программе, все то, что звучало в выступлениях, все хорошие предложения, грамотные, вовремя произнесенные, но все это будет зависеть от того, как мы будем работать, как мы эти предложения, скажем так, воспроизведем в результат. Вот для меня это самое главное сегодня. Поэтому такие мероприятия, это как в семье. Семья встречается, решает все свои проблемы, обсуждает, что как нужно сделать, что купить. И вот я сегодняшнее мероприятие воспроизвожу образно с семьей. Мы собрались большой белорусской семьей для того, чтобы решить, как нам жить, как нам сохранить независимость, как нам дружить и не разрушить эту дружбу.